Наш первый проповедник сегодня – это пастор Крис Арман из Малави. Давайте поприветствуем его. Аллилуйя! Окей. Вау. Great to be here together. Как здорово быть здесь вместе. Потрясите человека, руку человека рядом с вами. Скажите, что как здорово, что ты здесь. Я вам скажу сейчас, хорошо быть здесь, а вы скажете, замечательно быть здесь. Замечательно быть здесь, хорошо быть здесь. Это начал пастор Альберт Анталаша. В Малави. И когда кто-то говорит, как хорошо быть здесь, у меня автоматически вылетает, здорово быть здесь. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 21 главу. Я хочу поблагодарить руководство здесь. Каждая проповедь говорила к моему сердцу. И я так благодарен Богу за это. Why do I enjoy every message and I hear a certain sound? Pastor Adam talked. Пастор Адам говорил о том, что мы слышим определенный четкий звук в каждой проповеди. Моя жена — это самая красивая женщина на земле. И вы то же самое можете сказать по поводу своей жены или по поводу своего мужа, что он самый симпатичный мужчина на земле. Почему это должно отличаться по поводу нашей церкви? Наша церковь для нас — это самая лучшая церковь. Я призван к этой церкви. Вот как я об этом думаю. Когда я слушаю проповедь, я говорю, «Господь поместил меня сюда, чтобы я это услышал». Евангелие от Матфея, 21 глава. У меня появится картинка на экране, которая будет иллюстрировать то, что я хочу сказать. С 24 стиха. Это притча, о которой говорил пастор Шалер в той книге, которую он написал «Подготовка» к тому, чтобы двигаться вперед. И когда я был студентом библейской школы, это... Притча настолько коснулась меня. Начнем с 28 стиха. Матфея 21:28. Иисус говорит, «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. Подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», но не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Итак, два сына. И я бы хотел, чтобы вывели на экран картинку. Это двор мой, моего дома в Малави. Видите, два дерева. И это картина этой притчи. Слева, видите, дерево просто мутант, огроменное. Это деревья папайи. Там столько листьев, выглядит таким плодовитым, но ни разу не произвело ни одной папайи за все время, пока оно живет на нашем заднем дворе. А вот справа дерево недавно во время какой-то бури верхушка отломилась. И непонятно, как оно выжило, но это тоненькое деревце производит столько плода, которым мы кормим всю округу. И это мы. Это мы. Мы как этот сын, особенно я. У меня не было никакого желания быть миссионером. Не было желания следовать за Богом. А Бог говорит, а ты мой ребенок, следуй за мной. Я говорю, да-да, попозже. Может быть, после того, как я в колледже отучусь, сделаю то, что нужно мне. И Господь просто терпеливо помещал вещи
в моей жизни. Я плохо сдал аналог ЕГЭ и подумал, ну ладно, раз я не могу сейчас в колледж поступить, пойду в библейский колледж. И вот как я попал в библейский колледж, это был мой второй выбор, выбор второго уровня. И Бог изменил мое сердце, когда я был на уроках пастора Вейдера, методы евангелизации. Это было удивительно. Я сидел в библейском колледже, и небеса открывались передо мной, и Господь напрямую обращался ко мне. Вот что произошло с этим сыном, который сказал, «Не, не хочу, нет желания. Нечего мне предложить Богу». А потом Святой Дух касается его сердца, и он идет тихонько. Это дерево, которое было сломлено, кажется ничем. Выглядит так, что оно не может ничего предложить, но в реальности, пройдя через крест, и после креста появляется воскресение, и оттуда происходят плоды. И один год в библейском колледже перерос во второй год. После второго года пошел третий год, после того, как я съездил на озеро Балатон в Будапеште, и Бог коснулся моего сердца, я подумал, о, это удивительно. И потом я поехал на конференцию в Гану, и там я познакомился с пастором Ларсоном и с пастором Альфредом. Мы с ним благовествовали рядом с радиовышкой. Там церковь неподалеку была. Мы с ним были партнерами во время двухнедельной поездки в Гану. И Бог касается сердец. 1 Коринфянам 1:27 говорит, «Бог использует немощное, глупое, чтобы посрамить мудрость этого мира. Он использует нас, которым предложить есть мало чего. Этот маленький мальчик, у которого было 5 буханок хлеба и 2 рыбки, но когда Христос касается этого и преломляет это кормит 5000. Это наша церковь. Бог использует в нашей малой способности. И сейчас у нас 741 церковь, и это чудо. Как это произошло? Иисус говорит, «Я построю свою церковь». Аминь. Знаете, что это такое? Это семена. Извините. Это семя. Сегодня это семя будет везде. Перед тем, как выйдет следующий проповедник, я бы хотел рассказать вам о том, как началась миссия в Уганде. Между прочим, это не африканский вечер у нас, но мы с женой, с пастором Стивенсом и старейшинами мы 2 года молились о том, чтобы поехать в Эфиопию. Это на севере Африки. Я заплатил аренду за дом вперед на год. Мы приехали поздно вечером в Эфиопию с моей женой, и у меня было 8 хоккейных баулов. Представляете себе, они были наполнены нашим добром, и были только я и Линда. Догадайтесь, кто нес эти баулы. Определенно, это не она. Ну-ка, не думайте по-другому. Итак, вот мы просто несколько километров ехали за город, приезжаем в этот дом, который мы арендовали. Там не было ни окон, ни дверей, ни света, ни воды. Она посмотрела и говорит, да, нормально, ты поработал в миссионерском офисе. Я говорю, ладно, ложимся на эти хоккейные баулы и отдыхаем. Слишком много всего сегодня. Мы поехали в отель. И я говорю, я понятия не имею, что сейчас мне делать. Я верю в то, что Господь привел нас сюда, но все же непонятная ситуация. Мы 7 дней с ней просто молились. Мы были там. Я говорю, ну ладно. Мы слышали об одной женщине, которая была в Леноксе. Кто-нибудь помнит ее? Лана. Она была из Уганды, и у нее в Уганде был свой дом. И мы поехали в Уганду к ней. Она говорит, просто поселяйтесь в моем доме. Мы поселились в ее дом. Это было в пятницу, а в воскресенье она умерла. И я подумал, интересно, какая у нас интересная поездка.
Мы позаботились о деталях, и потом мы поехали в Гану на конвенцию. И когда мы были в Гане во время конференции, это Запад Африки, а Уганда на Западе. Итак, мы едем на Запад Африки с Востока. И правительство присылает 5 спецагентов, чтобы арестовать меня. Я не знаю почему, но просто Господь выводил нас из Ганы. И потом я поехал в Того, а в Того я не могу говорить, потому что там говорят все на французском. И мы вернулись назад в Уганду. И только так началась церковь в Уганде. Началась она в YMCA, это общество христианских молодых людей. И теперь в Гане, в Уганде 181 церковь. Это чудо. Это чудо Божие. Это удивительно. Удивительно то, что Святой Дух делает. Вы хотите все спланировать, чтобы все было организовано и правильно. Забудьте об этом. Позвольте Господу вести вас. Давайте поприветствуем пастора Альфреда. Пастор Альфред из Либерии. Привет. Я бы хотел кое-что прояснить. Никогда, ни в одной мысли, я не думал о том, что я буду стоять здесь, за святой кафедрой в джинсах. В следующем году меня не поймают. Неожиданно, каждый день конвенции я буду ходить в обычных брюках, рубашке и галстуке. Я говорю о себе, ни о ком другом. Это относится ко мне. Я за кафедрой в обычных брюках, рубашке и галстуке, за святой кафедрой перед святыми людьми. Это моя традиция, которой я лично горжусь. Я был на войне столько лет, что я научился не бояться. Я научился не сдаваться. Сегодня Матфея 24, 6 стих, 13 стих. Библия настолько четко говорит о войне, что это не что-то странное для нас. Это часть нашего путешествия. Но я в этой войне столько лет. Я пережил 17-летнюю гражданскую войну, закончил эту войну в Гане, в лагере у беженцев, для беженцев. И там встретился с пастором Тони Мором, который начал изучение Библии в лагере для беженцев. Оттуда я вернулся в Тема, пошел в библейский колледж, и сегодня из-за этого 30 церквей в Либерии. Там столько учеников. Но кроме физических войн, Исход 15:36 говорит о том, что будут болезни и напасти. Это войны, в которых я участвовал. В 2019 году появилось то, что называется ковид. Я не знаю, кто это распространил. Но на этом не остановилось. Ковид перерос в омикрон. Я не понимаю, что это слово означает. Сегодня обезьянья ветрянка. Завтра у нас не будет никакого представления о том, во что это перерастет. Всегда будут войны, войны, войны и войны. Я сказал что-то моей дочери Линда. Когда мои родители растили меня, такого не было. Она посмотрела на меня и сказала: «Пап, честно говоря, война, для которой вырастили тебя, уже не существует. Такой войны больше не существует». Такое было в Африке. Если бы она была в Африке и сказала мне такое, ее бы наказали за такие слова. Но этого не было. Недавно началась война на Украине. Появилась угроза ядерной войны.
Люди умирают, разрушаются инфраструктуры. У войны нет милости. Выросли цены на бензин, на топливо, выросли цены на авиабилеты. Хуже всего. На полках исчезло детское питание. У войны нет милости, и эта война будет всегда. Что же мы будем делать? Как нам себя вести пред лицом этого? Нам не нужно с вами никаких таблеток и препаратов. Нам не нужно принимать лекарства от беспокойства. Самое лучшее — это мужество. Самое лучшее лекарство — это мужество. Я смотрел и искал во всех словарях определение слова «мужество». И ни одно мне не понравилось, поэтому придумал сам. Самое лучшее определение слова «мужество» — это мое желание действовать в видении, которое Бог дал в моей жизни. Какое будет ваше определение мужества? Война будет здесь, пока мы живем, и после того, как мы исчезнем. Мне нравится Деяние 17:23. Павел, апостол Павел, приходит в город, там везде праздник, люди танцуют, и они настолько вдохновлены по поводу поклонения невидимому Богу, неведомому Богу. Что сделал Павел в этой ситуации? Если бы у Павла не было мужества, он бы развернулся и сказал: «Люди тут так хорошо веселятся, я не буду им мешать». Но Павел, у которого было призвание и видение, он встал посреди этой хаотичной ситуации и представил им живого Бога. И этот город стал планом, был включен в Божий план. Я пришел в то место, где я больше не боюсь войн. Я не боюсь никого, ничего, никакого места. Больше не боюсь. Знаете почему? Самая большая трагедия в мире — это не когда я умру. Самая большая трагедия — это если я еще живу, но не имею никакого мужества из-за созданной людьми ситуации. Это самая великая трагедия. Свинья ненавидима огромной религией, всей религией. Тем не менее, свиньи жиреют и растут. Вот почему столько бекона продается в супермаркетах. Вот почему полно сала и свинины на всех рынках. Я обожаю бекон есть в Womble's ресторане. Они готовят бекон. В течение многих лет я ем этот бекон. И я, наверное, ношу звание поедателя бекона номер один. Свинья жиреет, несмотря на то, что ее ненавидит целая религия. Бог создал нас, мы удивительные люди с невероятным интеллектом. Что мы будем делать? Давайте использовать мужество вместо лекарств. Давайте будем борцами вместо ожидания чего-то от людей. Спасибо за все то, что вы делаете здесь. Благословит вас Господь. Благословит Господь эту конвенцию. Аминь. Я бы хотел представить вам. Да, пожалуйста, встаньте. Наш проповедник сегодня из штата Мэриленд. И помазываю его семенем. Мы прочитаем с вами второе послание Тимофея, первая глава, с 6 по 9 стих. 2 Тимофея 1, с 6 по 9. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение».
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия или здравомыслия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Отец, пусть Твое живое Слово говорит к нашим сердцам сегодня по поводу миссии, по поводу Евангелия, Твоих мыслей, Твоих путей, как нести Слово во весь мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я настолько благодарен за это служение. У меня была возможность проводить в определенном месте миссионерскую конференцию. Я там говорила о миссиях. И мне сказали после проповеди, что ты сюда больше не вернешься. Потому что я говорила о Евангелии, о миссиях. Они говорят, не, это не для нас. А какая же у нас здесь церковь? Аминь. Какое лидерство, руководство. Это удивительно. Это привилегия быть здесь. Благодарю Бога за все эти семена. Семена Евангелия. Вот вам. Извините. Джон Нилсон, который занимается уборкой. Прости, пожалуйста. Семена. Я вырос в штате, где был один человек, который ходил в штате Массачусетс, и он разбрасывал семена яблочные. Он был, кстати, христианским миссионером. Его звали Джонни Эпплсид. И те, кто из вас вырос в западном Массачусетсе, они видели, что там полно везде яблонь. Растут деревья, яблони. Почему? Из-за Джонни Эпплсида. Извините, меня так это искушает. Я читал по поводу Джона Уэсли в трех заявлениях, которые он сказал перед самой смертью. И я уверен, что они написаны на его надгробии. И я думал о том, что бы я хотел, чтобы было написано на моем надгробии. Деяния 20:24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божией». Линда, запомни, это напишешь на моем надгробии. Что там под этим надгробием? Просто кости. Уэсли сказал, его последние три заявления. Первое. «Все... Весь мир — мое поприще». Не только Балтимор и не только районы Балтимора, но также Пенсильвания, весь штат Мэриленд, Оуэнс-Миллс, различные места в нашей стране, но и также во всем мире. Джон Уэсли сказал, «Весь мир — моя паства». Это удивительно, что мы можем думать 748 церквей по всему миру в 80 странах. И есть видение, чтобы Господь сделал работу во множестве стран. «Весь мир — моя паства». Церкви в России, в Африке, церкви в Южной Америке, в Азии, церкви в Индонезии, церкви в Европе, в Восточной Европе, в Канаде. Весь мир — наше миссионерское поле. Мы никогда не будем с вами безработными. Никто никогда мне не вручит пособие по безработице, что работа завершена. Она завершена на кресте через Иисуса Христа, но, как Павел сказал, я подвязался добрым подвигом веры, завершил свое поприще,
Но после его поприща было поприще Тимофея и Тита и так далее. И это удивительно, что у нас есть это видение. Весь мир — это мое миссионерское поприще. Потом он сказал, мне это очень нравится, Бог хоронит своего соработника, но продолжает свое дело. Что будет, когда я уйду? Бог будет продолжать. И куда Бог идет? Правильно. Бог хоронит своего соработника, но продолжает свое дело. И мы видим, что это происходит во всех местах христианских. И последнее заявление на его надгробии, это он говорит, самое лучшее из всего то, что Бог с нами. Бог с нами. Это удивительно. Этот человек потряс Англию, Америку и весь мир проповедью Евангелия. Итак, Павел пишет свое последнее письмо Тимофею и затем нам, потому что все Писание Богодухновенно. Он говорит о его призвании и о его предназначении. И это может немного смущать людей в церквях. Есть призвание и предназначение с Богом. Божье призвание вводит вас в его предназначение. Слово «призвание» — это «экклесия», это «вырвать» и «поставить в свое предназначение», то место, куда мы были поставлены. Он говорит, у меня есть цель и предназначение. Но я очень рад, что в нашей церкви есть и призвание, и предназначение. Это удивительно. Иногда я помню, что я сидел в отеле «Мариотт» в середине 70-х и думал, о чем речь здесь идет. Я помню пастор Майк Уильямс, благословит его Господь. Он встретил меня при дверях и сказал, «Спасибо за то, что вы пришли. Мы любим вас». Я думала, мне такое никогда не говорили. «Любят меня». Мы с братом вошли в черных костюмах, в черных галстуках. Мне при дверях говорят, «Мы тебя любим». Я подумала, интересное место. Потом я послушал проповедь из 18-го псалма, я понятия не имею, о чем идет речь. Он говорит, что слово более вожделенно, чем чистое золото. Я такого в церкви не видел. Гитара в церкви. Люди поднимают свои руки. Они были высланы из Ленокса. Это было просто удивительно. Итак, Бог дал нам цель и предназначение. Если вы посмотрите на это в естественном смысле, это может смущать. Когда вы думаете о призвании, о том, что нужно ехать на миссии, что вас куда-то высылают в какую-то страну, о которой вы ничего не знаете, что там едят, какие там обычаи, какая там погода, как жить, что происходит. Но Бог просто помещает нас туда, в своем призвании и предназначении. Это удивительно. Я помню, когда мы впервые приехали в Гану, и мы приехали туда со своими хоккейными баулами. Мы, по-моему, эти баулы везде возили. У нас были всегда хоккейные баулы. И мы остановились в отеле. Мы, по-моему, жили там 46 дней вместе с нашими детьми. И мы были в комнате размером 3 на 5, четверо со мной там, представьте себе. И у меня жена готовила в коридоре на угле рис и макароны. Мы 46 дней ели рис и макароны. Кстати, неплохая диета, рис и макароны. А потом мы обнаружили, что то место, где мы жили, был публичный дом. Мы об этом не знали. Мы думаем, о, люди сюда ходят часто, интересное место. Мы понятия не имели, где мы. Мы в Эфиопии, в неправильном месте. Мы понятия не имели, что мы делаем. Но Бог знал. У нас есть призвание и предназначение. Иногда эти слова смущают нас, когда мы думаем о миссиях, о мире, о том, что происходит везде. И мы говорим, да, я знаю, что Бог призвал меня, что у Бога есть цель для моей жизни. Но подождите, что здесь происходит?
Если вы когда-нибудь читали что-то о христианских миссиях, вы слышали о добровольческой студенческой миссии, где было 20 500 студентов в 1800-х и 900-х годах. Это самое великое миссионерское движение в мире. Они поехали в Африку, в Азию и Америку. У них было и призвание, и предназначение. Между прочим, это относится не только к молодежи. Где Арманы? Вон семья Арманов. Пастор Джордж и его жена, они здесь. Это отец того пастора, который выступал чуть ранее. Они немножко старше нас. Пастор Джонатан Голфворс поехал в Мансурию, когда ему было 70. Не верите мне, прочитайте историю. Ему было 70, когда он отправился на миссионерское поле в Мансурию. У него была жена, инвалид и 13-летний сын. Наверное, он там немного сделал. Но на самом деле обращенных было. Он там был на миссии с 70 до 85 лет. У него было обращенных больше, чем за всю его жизнь. Сколько у нас лет с вами осталось? Я не скажу вам, сколько мне лет, но я думаю, что у меня еще 25 лет хороших впереди есть. Если Господь меня заберет сегодня, ничего, я с Ним об этом поговорю. Но знаете что? Мне не нравится это слово «сдаться». Оно меня раздражает. Ненавижу слово «сдаваться». И если я скажу это когда-нибудь, придите, исправьте меня, найдите меня, выследите меня и спросите, а что с тобой случилось? У нас есть призвание и предназначение, как у христианина, как у человека, как у служения по всему миру. Балтимор — это наша база, и Бог дает нам здесь великое предназначение и призвание. Но Бог не дает нам духа боязни. Это слово «застенчивость». Это не дух страха, это слово «фобео». Но там используется другое греческое слово. Бог не дал нам духа застенчивости. Я такой тихий, застенчивый человек, это не от Бога. Этот дух не от Бога. Он в нашей ветхой греховной природе застенчивый. Знаете, что произошло со мной? Я 4 года учился, чтобы быть преподавателем, педагогом. 39 предметов взял, и в 40-й курс, на 40-й курс я бросил университет, потому что 40-м предметом была риторика. Я не буду выступать перед людьми, я буду путаться в словах, буду слюной брызгать, и Бог сказал, ну, интересно. Когда доктор Стивенс мне сказал, Господь призывает тебя быть проповедником, я сказал, ну, я верил вашему развлечению. Я ему в лицо сказал, я думал, что вы слышите Бога, сейчас я не уверен. Итак, что Бог дал нам в нашем призвании, в нашем предназначении? Что же Он дал нам? Не духа застенчивости, не духа страха, но силы, любви и здравомыслия. Разве это не удивительно? Мы знаем эти стихи, но подумайте, что Он дал нам силу Святого Духа. Это удивительно, не так ли? Не моя собственная сила, но моим духом, говорит Господь. Он дал мне силу Святого Духа, и Он дал вам это и вам. И церкви была дана сила Святого Духа. Деяния 1, 7, 8, Деяния 8, Деяния 16, 19. Как они могли делать то, что они делали? 11 необразованных галилеян, бедняки, у которых не было ничего. Как они могли пойти в Иерусалим, где Христос был распят, встать там и начать проповедовать? Это была сила Святого Духа. Я вас не слышу. Сила Святого Духа. Это семена силы Святого Духа. Сила Святого Духа. Я слабый. Ну и что? Мы все слабые. 1 Коринфянам 1, 26-31. Мы слабые. 1 Коринфянам 4, 9-10.
но сила Святого Духа, личность Святого Духа. У этой личности есть сила, и когда я полагаюсь на силу Святого Духа, тогда я могу молиться, тогда я могу читать Библию, тогда я могу благовествовать, пойти в ту страну и в эту страну. Могу спонсировать миссию, молиться за миссии и быть частью церкви, которая посылает миссию. Это происходит не человеческой силой. Ой, простите, не должен был бросать на музыкальные инструменты, простите. Простите, ради Бога. Сила Духа, аминь. Как они это сделали? Как они это делали в книге Деяний? Как это происходило? Как двигал Иисус? Он двигался в силе Духа Святого. Как наркоман меняется через силу Святого Духа? Как алкоголик преображается через силу Святого Духа? Как человек, у которого разум погружен в порнографию, преодолевает это через силу Святого Духа? Как брак остается вместе через силу Святого Духа? Как я могу учить в христианской школе через силу Святого Духа? Как я могу преодолеть все то зло, которое движется против нас через силу Святого Духа? Бог не дал вам духа боязни и застенчивости, но дух силы. И во-вторых, Он дал вам любовь Отца. У меня есть любовь Отца. Отец любит меня. Отец любит нас. Он защищает, любит, снабжает. Любовь Отца, сила Святого Духа и любовь Отца. Как мы можем идти вперед без любви Бога? Помните эту песню, которую мы пели в 80-х? «Отец знает, что нужно мне». Помните эту песню? Это любовь. Я буду стоять и ждать Его снабжения. Отец любит меня. У меня есть Отец на небесах, который любит меня безусловно, бесконечно. Он такой удивительный. Любовь Его ко мне невероятная. Отец любит меня. Это потрясающе. Мы говорим, да, мы это знаем. Ну да, знаете. Но я хочу знать это каждое мгновение своей жизни. Силу Святого Духа и любовь моего Отца. Он мой Отец, и Он ваш Отец. И это никогда не изменится. Он знает, как дисциплинировать и поправлять меня, когда я иду неправильным путем. Как мы можем достичь потерянный мир? 7,3 миллиарда людей. И только 10% в этом мире спасенных людей. Отец, дай мне эту любовь без остановки. Дай мне твое сердце, чтобы они узнали Отца, который любит их. И знаете, что последнее? Разум Сына, сила Духа, любовь Отца и разум Сына. Бог дал мне не духа боязни, но силы любви и здравомыслия, не больного ума, не странного ума, не религиозного ума, но разума, ума, который мыслит с Богом. Мы можем думать с Богом. Мы приходим в церковь ради того, чтобы научиться, как думать с Богом. Думайте с Богом, не о чем-то другом. Самое странное мышление в мире происходит сейчас. То, о чем думают люди, это невероятно. Я пытался вернуть какое-то животное тоже в свою проповедь. Сегодня у нас про гусей, про коров, про собак, про свиней. Я хотел поговорить о жирафе, но не понимал, как его сюда вернуть. Или о носороге. Да, у меня есть разум сына. Один раз, зачем ты стрельнул из рогатки в слона? Я не думал, что я попаду в него. Он стоял далеко, но я попал. Хороший выстрел был. У меня работает всего один глаз. Это был Бог.
Это разум Бога, не знаю, но это не нормальный разум. Это разум Сына. Разум Сына говорит, иди во весь мир с Евангелием. Не живи в застенчивости, стесняясь этого зла, которое в мире. Не думай таким образом. Не думай, как эти люди, как говорят в новостях, как говорят в мире, как люди образованные. Но у нас Божье мышление — это самая высокая форма поклонения Богу, это думать с Богом. Думать с Богом в своей семье, в каждом аспекте жизни, думать с Богом в даяниях. Кто-то на 95-й трассе подрезает вас, и я говорю, сейчас я тебя отомщу. Нет, я думаю с Богом и бросаю семена. Семена везде. Думать с Богом. Это то, что было дано нам. Не страх, но сила Духа, любовь Отца и здравомыслие Сына. Вот почему у нас есть видение достичь много стран. Мы сейчас работаем в стране Чад. Я рассказывал вам историю раньше по поводу миссии. Двое молодых детей были сиротами, и мы их взяли в дом сиротский в нашей церкви в Гане. Они выросли, пошли в библейский колледж, и теперь они миссионеры в Чаде. Двое сирот стали миссионерами. У нас дома, приют для детей не для того, чтобы вырастить их в мирскую систему. Если они работают и следуют за Богом, это прекрасно. У каждого свой призыв. Но мне нравится, когда эти сироты идут во весь мир с Евангелием. Сегодня здесь много пасторов. Многие из них еще не знают, что они пасторы. Библейская школа. Я слишком старый для библейской школы. Нет, в 70 лет можно пойти в библейскую школу. У меня есть другие планы. Заканчивай свои планы. Извините, ребята, я знаю, что я захожу за рамки. Но продолжайте двигаться вперед. Но я не знаю. Мне нужно все продумать. То есть ты ходишь, Исаия 50 глава, в свете собственных стрел. Ваша дорога освещается фрагментарными вспышками. Вы знаете, сколько планов взорвал Бог у меня в жизни? Он не просто их убрал, Он просто взорвал их. Да. Я буду открывать дома для зависимых людей. Евангелие. Будешь сеять Евангелие. Миссии. Мы все с вами на миссии. Мы все евангелисты среди наших соседей, среди наших соработников, коллег. Мы на миссии. И это призвание, предназначение нести проповедь Евангелия в этот город, в этот штат, в эту страну и по всему миру. И это не то, что мы это делаем сами, но мы делаем это в силе Духа, в любви Отца и в здравомыслии Сына. Давайте поедем вперед. Отец, спасибо тебе. Спасибо за семена, за силу Святого Духа, за любовь Отца. Ой, опять я бросил музыкальные инструменты, простите. За здравомыслие Сына. И я молюсь за то, чтобы, выходя отсюда, я не споткнулся и не поскользнулся на этих семенах. Но мы благодарим Тебя, Господи, за миссии. У нас есть призвание, у нас есть цель. У нас есть сила Духа, любовь Отца и разум Сына. Во имя Иисуса Христа. Аминь.